правительстве Иркутской области отметили, социально незащищенные слои населения, в том числе пенсионеры, многодетные семьи, малообеспеченные граждане, инвалиды, а также некоторые другие категории населения будут обеспечены масками бесплатно. На это из областного бюджета выделено 50 миллионов рублей. Глава региона дал поручение своевременно информировать граждан о том, где они могут получить маски. Как сообщил исполняющий обязанности министра соцразвития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов, первая партия масок 500 тысяч штук поступила 14 мая. Мы первоначально хотели, как Вадим Александрович, мы определялись выдать маски муниципалитетам для слабозащищенной категории, но вот бюджетный кодекс этого не позволяет, поэтому проведем эту работу через Минмолодежи, через волонтеров. Выдача организована через комплексные центры социального обслуживания населения, а также учреждения социального обслуживания семьи и детей. Вторая партия 600 тысяч штук будет получена 19 мая. Маски для разных категорий граждан будут распределяться министерствами социального развития, опеки и попечительства здравоохранения, по молодежной политике, ФКУ, военный комиссариат. Хотелось бы обратить внимание именно на масочный режим, что не наличие маски просто, что она есть у человека, да, а определенно есть определенные требования к использованию масок. То есть мы на сегодняшний день немного отошли от этого. То есть мы поставили в первую очередь это достаточную обеспеченность, именно чтобы она была у всех, но есть еще и кратность, так сказать, использования этих масок. Поэтому масок должно быть достаточно с учетом, так сказать, требований, которые предъявляются к ее смене. Ангелина Борисова, Альберт Домнин, новости 360 Ангарск.